Характеристика Виктора Савченко. На часах еще лишь 5 без 20. Темнота, покой, деревня досыпает. Притаился лагерь стан, совсем затих, но на кухне огонек уже сияет. Воспитатель Виктор Савченко не спит, утром вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит, он не курит и от пьянки не шатает. Столько лет он здесь трудился до темна, только раз распрягся, шею рассупонил. Тем и держится, что холост не женат, все на нем дрова, вода и даже кони. Без него нам бы и тамбо, и каюк, песни некому на музыку наставить. Струны сердца в такт мелодии поют, настроением книгу нотную листает. Тестовес он хлебопекарь дармовой, печи русские пылают, страшно взглянуть. Он в очках, с дубиной спит под головой, для угрозы нападающим и пьяным. Баню нужно истопить, детей помыть, огород вскопать, посадка и прополка. На духовное нет времени, лимит, то дрова добыть в садах и по околкам. Спорщик знатный и упрямый, как осел, размочалил все молитвой и постом. Стал щитцом, немало книг святых прочел, проповедовать старается при том. На апостольском служении он гений, без запинки путь короткий избирает. Вся опасность, если батюшка женит, ах, какого лагерь стан вала теряет. 22.09.2001 года.